Эй, йо, дорогие друзья, с вами снова я, Иллюминатор, и смотрите, у нас рандомная игра, это «Привет, сосед». Ну, давайте зайдем. Пинь. Hello, neighbor. Привет, сосед. Не беспокойте. Так, друзья, мы заходим, дин-дин-дин. Мы идем, дин-дин-дин-дин, дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Мы заходим, дун-дун-дун. Друзья, ставим лайки. Помним, вы подписывайтесь на меня, пишите название канала в комментариях, а я на вас подписываюсь. Ставьте лайки и колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. А также пишите новые интересные игры в комментариях. Я введу в мою систему, и они, возможно, появятся. Так что, кто напишет интересную игру, я поставлю вам сердечко. Да. Так, друзья, мы будем сейчас слететь. Играть! Так, друзья. Да. Мне с ним привет соседом всегда баги. Чу. О, а тут сюда. Лопата. Я говорю, друзья, что сюда надо лопаты. Ключик. Маленький ключик. По-моему, друзья, мы видели вот этот ключик в игрушечном... На вот это... Сейчас покажу вам где. Такой замочек. Нет, я не уверен. Ну-ка, друзья. Помните, мы с вами в предыдущей серии вот сюда вот нажали. Может, если тут обратно покрутить, тогда, да, тогда, может быть, у нас там получится залить воду. Помните, так мы вчера не смогли сделать. Так, друзья. Бежим, друзья, бежим. Друзья. А ну-ка, сходите, пожалуй, пока там за чайком, за печенюшками. А я сейчас вернусь. Друзья, смотрите, я уже прибежал и уже готов спускаться. Вот здесь. Да, вроде этот ключик. Он же золотой. Да, сюда. Подходит, друзья. Точно, ей. А вроде бы эта комната здесь. Где это? О, есть. Сосед, ты здесь? Давайте сюда положим. Наверное, плиту. Алло, один. Что за баги? Друзья, может теперь оно у нас прокрутится? Тут же еще ходить надо осторожно по этим трубам, потому что, наверное, сосед очень любит строить трубы. Опа, ставим. А почему? А что такое? А что вот там, друзья? А давайте посмотрим, друзья, а что тут у нас? Вау! Закрыл. Взял. Поставил. Yes. Так, что здесь у нас? Крутим. Так. Нам надо взять этот. Открыть. Ой, тут закрыто. Грустно. Друзья, извините, я забыл, что у меня лопата в кармашке. Кстати, именно вот сюда нам нужно. Дверку я сразу открою. Так, лестница открыта. А давайте попробуем, может, когда мы там покрутили, может, теперь здесь у нас получится покрутить. Капец.
Ну да. Логично. Он рядом. О, суси. Суси. Сосед где-то рядом, друзья, сосед. А... да. Я не могу запрыгнуть. Привычное явление. Привычное явление. Неудивительно. Неудивительно. Друзья, слышите, как мне сюда забраться? Так, сюда я забрался. Прыжок. Запрыгнул. Идем. Осторожно. Прыгаем. Ай, больно. Ну нечестно так, друзья. Ладно. Друзья, смотрите, у меня хоть что-то получилось как-то вылезти. Я думал, что я вообще не вылезу отсюда. Не, ну а что? Реально. Оно до сих пор не вылезается. Друзья! Так, у меня есть лопата. Мне надо забраться наверх. Забираемся. В принципе, тут быстрее. Ты без разницы. Ключик. Какого? Мне понадобится двое предметов, чтобы отвлечь соседа. Так, друзья, идем. Осторожно. Опа. Друзья, вылазим наверх. Слушайте, друзья, как он заметил? Есть. Окно открыто. Так, друзья. Сосед вас поймал. Еще лучше. Я надеюсь, он не заколотил дверь. Хоть бы не заколотил это окно. Хоть бы. Да, желания сбываются. Хоть бы не, а получается, хоть бы да. Убегаем, друзья, убегаем. Нет. Я залез. О! Блин, залез. Друзья, прыгаем сюда. Ой, больно, друзья, больно. Оп. Так, открываем. Закройся. Чё? Чё за боги? А! Друзья, меня под... Все, закрылась дверь. Понятно. Все. Дверь я поджарил. Друзья, меня опять поймал сосед. Я пытался от него убежать, но, как видите, у меня ничего не вышло. Но по идее теперь я активировал все. И теперь можно смело залазить наверх. Надеюсь, он здесь камеру не поставил. Ух, он камеру здесь не поставил. Аллилуйя. Такс, сюда. Бежим. Сюда. О! Чё происходит? Страшно. Быстренько забежим сюда. Берем фонарик. Он нам понадобится сейчас.
Что за баги? Хопа. Запихиваем. Так, друзья, берем фонарь. Так, идем сюда. Ой, ой. Присаживаемся. Ставим вентиль. Да ну. Да почему? Друзья, расскажите, пожалуйста, почему оно так? Сейчас пустим. Друзья, я не могу забраться. Ну поставься ж ты. Крутись. Друзья, давайте посмотрим, куда идет этот шнур. В смысле железный провод. Вот, смотрите, он вот так вот, так вот идет. Идет. Выходит на улицу. Нам нужно, друзья, на улицу. На улицу. То есть сюда. Ага, сосед делает ночную зарядку. Друзья, он нас не заметил. Так, если он нас заметит, это будет фиаско. Нет, он нас не заметил. Залазим. Так. Вот сюда прыгаем. Ух. Ух. Страшно, друзья. Все, я дал подачу. Все, пойди, друзья, сейчас мы должны уже так крутануть. Чтобы оно слилось. И потом нам опять надо будет разбивать. А теперь, друзья, мы уже будем бегать без фонарика. Он только мешает. С ним у меня вообще баги. Вот просто совсем баги. Ой, друзья, я совсем забыл вам сказать. Помните наши правила, да? Вы подписывайтесь на меня, пишите название канала в комментариях, я на вас подписываюсь. Ставим лайк, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вот эти мы ставим. Да-да. Так, запрыгиваем. Так, надо поставить. Поставим. Е, друзья! Так рады. Все, хватит. Хватит. Фух. И теперь, по идее, нам надо переставить. А что экран темнеет? Обалдеть, друзья. Открываем. Друзья, помните, у нас тут было... В первом акте вот здесь висел ключ. А теперь здесь висит красный ключ. Так, сосед где-то рядом, очень рядом. Yeah.
Ага, он спит. Так. Красная птичка. Сосед, иди. Сосед, ну я же не там. Друзья, сосед что-то нас не заметил с 13-го раза. Но мы сбежали. Вот он. Хотя дверь там была открыта. Глаз! Друзья, мы с вами прошли второй акт. Мы с вами большие молодцы. Не забывайте наши правила. Вы подписывайтесь на меня, название канала в комментах. Я на вас. Ставите лайки, колокольчик. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. В следующем видео мы продолжим третий акт. Пишите интересно.